День села в Новых Белярах в этом году прошел не только весело, но и интересно. Подробности в нашем сюжете. День села в Новых Белярах также начался с хорошей новости. Областная администрация подтвердила законность объединения сел Визирки, Новых Беляр, Першотравнелово и Любополя в единую громаду. Мы рады, что мы вместе, и есть у нас рядом села, с которыми можно ездить так же, как односельчане. Мы уже тоже чувствуем. Мы будем дальше развиваться, расти, наших детей растить и проживать с хорошим настроением, бодрым духом. Надежды, конечно, очень большие, эмоции переполняют, потому что мы понимаем, что в составе всех этих громад у нас будут больше возможностей воплотить все свои самые смелые мечты в жизнь. Насущная потребность для жителей Новых Беляр – собственный детский садик. В объединенной громаде бюджет в расчете на одного жителя станет значительно больше. Появится реальная возможность открытия собственного дошкольного учреждения. В этом уверен областной депутат Олег Кутетыладзе, идейный вдохновитель нового объединения сел. Благодаря его содействию, этим летом в Новых Белярах построена дополнительная въездная дорога. Она решила многолетнюю проблему выезда из села, часто заставленного большегрузными автомобилями, работающих на территорию поселка предприятий. Вот и сегодня на день села Олег Джумберович решил поднять настроение людям в такое непростое для страны время и пригласил известных украинских артистов. Примите мои искренние поздравления с вашим праздником. Я хотел бы пожелать вам всем здоровья, мира в вашем доме. И я надеюсь, что совместными усилиями мы еще много сможем с вами сделать. Итак, а сейчас, чтобы долго не говорить, потому что на праздник приходят с подарками, мы со своей стороны попросили артистов здесь выступить. И вот сейчас выйдет группа, который называется «Южный патруль», а за ними будет победитель «Экс-фактора» Виктор Романченко. Спасибо. Видеть так близко телезвезд многим было в диковинку. Так что вначале новобелярцы активно записывали происходящее на телефоны. Но потом, очевидно, набрав необходимый материал для своих семейных архивов, все активно пустились в пляс, не оставляя и тени сомнения, что праздник удался.